Ванга назвала 4 знака зодиака, которые разбогатеют в год водяного кролика. Их щедро наградит Вселенная денежными подарками. А кто эти счастливчики, я сейчас тебе расскажу. Только в знак благодарности подпишись еще на мой телеграм, и твоя жизнь изменится в лучшую сторону в эту же минуту. А мы начинаем. Первый знак – Козерог. Стабильный доход и высокую прибыль принесет 2023 год Козерогам, а все средства они могут смело потратить на себя. Второй знак – Водолей. Разбогатеют в грядущем году и Водолеи. Представители этого знака испытают на себе соблазн спустить все накопленное на путешествия, покупки и приятные безделушки. Третий знак – Весы. Весной озолотятся Весы. При этом астролог посоветовала им не тратить все сбережения до последней копейки, а приобрести недвижимость или вложить средства в инвестиции. И четвертый знак. Они получат легкие деньги.